Всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас с вами распаковка от Танюши. Здесь небольшой заказик. Здесь есть новиночки. Давайте не будем тянуть, а будем открывать. Упаковка, конечно, отличная. Как... Ой, какая красота! Вы посмотрите только на это. Это вот. Таня, растёшь. Ой, какая прелесть. На холодильник повешу. Прям повешу на холодильник. И сейчас я буду перекладывать все это в поднос. Так, я открыла. Размотала, вернее, первый сверток. И здесь у нас зефир. И бонус снежок. Давайте попробуем зефир. Я пробовала и знаю сорт зефирка от принцессы Милоежки. Зефир я еще не пробовала. Это пиленная геометрия. Ой, какой он пудренный. Белоснежный. Ну, давайте пробовать. Одно и то же это или нет. Зефир и зефирка — это один и тот же сорт, как по мне. Только зефир, знаете, он мне такое ощущение, может, из-за того, что пиленый, чуть помягче. Очень похожий зефирка и зефир. У меня есть наличие зефирка. В телеграме мы с вами обязательно сравним эти два сорта. Снежок, красавчик. Вот такой. Какой напудренный. Какой он мягкий. Очень интересно. Снежок прям сухой сорт. Так, вторые два пакетика. Песчаные. Очень было интересно. Петропавловка. Моя любимая Петропавловка. Ее и кусанем. Обалденная. Давайте смотреть, что же такое песчаное. Его я не пробовала. Это вот такие брусочки. Он тоже, походу, сухой сорт. Угу. Мучнистая вначале такая. А даже по структуре видно. Вначале сухая мучнистая масса. Комфортный. Как по мне, песчаное — это мягко-песочный сорт.
крупиночка в нем есть, но она ощущается как крупиночкой, суховатая, но не грубо песочный. Так, еще один сверточек. Бонусов, конечно, здесь у меня прям завались. Еще один пакетик Петропавловки, моей любимой. Танюша, огромное-огромное спасибо. Новый оскол бонус. Вот давайте его попробуем. Я заказывала, все оплачивала, все как все, так что не надо мне писать. Таня, почему я выбираю Таню? Во-первых, появились у нее новинки, во-вторых, она рядом со мной, и от нее посылочки мне идут быстренько. Смотрите, вот он беленький, какой же он напудренный просто. Это вообще очень напудренный новый оскол. Я не знаю, что с ним, но это не новый оскол. Это мягкий, сухой сорт. Угу. Ну, это прям мягкий сорт. Конечно, я дам отлежаться всему. Все пришло сухое. Но я первый раз такой новый оскол пробую, потому что для меня новый оскол — это плотный, хрустящий, полужирный сорт. Вы посмотрите, какую красоту я у Тани урвала. Это жемчужина. Ее я люблю. Я ее очень давно не грызла. Это прям прессованная шпаклевка. Лично для меня. Мягкая, мучнистая, вначале сухая. Она прям распадается. Практически не залипает. Просто для меня идеально. Очень по ней соскучилась. Просто бомбическая. Классно. И остался у нас с вами последний сверточек. Так, и в последнем сверточке у нас была Сибрякова. Красавица кремовая. Вот видите, ехала с Уфы. Вроде недалеко. Как покрошилась. То есть имейте в виду, когда вы заказываете башкирские глины, тем более далекое расстояние, может хорошо побиться. Ну, конечно же, мой любимый бриз. Мой любимый бриз. Так, давайте начнем с кремовой. А потом перебьем Севрякова, и на десерт будет бриз. Угу. Кремовая чуть влажненькая еще. Ее нужно досушить. Угу. Очень жирная. Прям очень. Так, ничего уже не помещается здесь. Сейчас попробуем Севрякова. У меня Севрякова осталось совершенно чуть-чуть. Не достается. Откусим так.
просто шик, блеск, красота. Ну и, конечно же, как я не кусану-то бризом. Танюша, огромное тебе огромное-огромное спасибо. Ты большая, молодец. Ты растешь. Все у тебя замечательно. Все со своим вкусом. Все шикарно упаковано. Просто отлично. Угу. Тоже влажненький. Бриз. Даже влажный, шикарный. Хочу еще откусить Петропавловку. Вот такая красота ко мне пришла от Танюши. Ссылку на данного продавца я оставлю в описании. Я довольна. Быстро, качественно. Все, как я люблю. Отличный продавец. Если что-то мне нужно будет, я знаю, к кому обратиться. Всем огромное спасибо за внимание. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем пока-пока. Танюша, я тебя обожаю. Пока.